Друзья, в продаже у нас появилась Toyota Fortuner 2022 года. Автомобиль на дизельном двигателе объемом 2,4 литра. 150 лошадиных сил. На автомате, на полном приводе. Совершенно новый автомобиль, привезен по параллельному импорту. С электронным ПТС. Полностью в заводском окрасе. В хорошей комплектации. Имеются парктроники. Противотуманные фары, литые диски, повторители на зеркалах. Камера заднего вида. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, кожаный салон, мультируль, кондиционер, подогревы передних кресел. Автомобиль имеет 3 ряда кресел, 7-местный. Имеется подлокотник с двумя подстаканниками. Новый автомобиль на автомате в заводском окрасе с полным комплектом ключей. Еще в заводской транспортировочной пленке.